Всех приветствую, ребята, меня зовут Михаил, и я начинаю прохождение игры «Сибирь. Память прошлого». Давненько у нас не было квестов, все разные РПГ да шутаны, так что пора вернуться к жанру, которого давно не было на канале, и «Сибирь» для этого отлично подходит. Одна из моих любимых серий, которую мы уже до этого давненько когда-то проходили, и поэтому с удовольствием возвращаюсь к ее новой части. Вот, вышла она уже, конечно, давненько, но это не значит, что я не хотел ее пройти. Давайте ознакомимся с небольшим ее описанием, посмотрим ранее в Сибири, и можно будет начинать. Сюжетная линия первым делом знакомит нас с двумя главными героинями, молодыми девушками, у каждой из которых есть своя индивидуальная история и тайны, которые нам предстоит раскрыть. Это две совершенно разные личности, переживающие разные годы своей жизни, за которыми нам предстоит возможность понаблюдать и даже помочь преодолеть ряд испытаний. Тебя ждет увлекательное путешествие по необычному миру, масса преград и опасностей, а также секреты, которые на протяжении многих лет покрыты пеленой мрака. Мир игры полностью открыт для исследования и порадует наличием захватывающих дух локаций, каждая из которых подготовила массу интересного для главных героинь. Графическое исполнение обладает приятной рисовкой и реалистичностью, которая позволит каждому с головой окунуться во всю суть происходящего. И самое важное, что тут есть русская озвучка, что позволит мне прям отдохнуть лишний раз и не заморачиваться с чтением текста. Ну что, погнали, ранее в Сибири. I imagine you are aware. Думаю, вы знаете, зачем я здесь. Эй, меня зовут Кейт. Кейт Уокер. Ага. Здесь нет, видимо, озвучки русской. Моя компания занимается покупкой этой фабрики. Боюсь, что дела с продажей фабрики Фаральборгеров обстоят не так просто, как казалось на первый взгляд. У мадам есть наследник. Где мне его найти? Ганс Фольсберг находится в Сибири. Позвольте представиться, модель XZ2000 в обиходе Оскар. Ты сказал, что ты машинист? Кейт, чем ты там занимаешься? Мне нужны новости и результаты. Кейт, прошу. Оливия, что случилось? Я понимаю, эта поездка нас разлучила, да и я уже совсем не та Кейт, которую ты знал. Вы покидаете нас, Кейт Уокер? Знаешь, самое смешное, что я ни о чем не жалею. Отвези меня на Сибирь, Кейт Уокер. Обещаю, Ганс Форльберг. Какие новости? Кейт Уокер ушла. Ушла совсем из этого мира. Мы преодолели великолепное путешествие. Теперь настала пора прощаться. Боюсь, уже поздно ее не вытащить. Кейт Уокер пропала. Три месяца назад кочевники нашли ее, умирающей в Северной Сибири. Родилась она в Нью-Йорке, в США. Скоро она станет для нас проблемой. Кейт Уокер всегда будет проблемой, как для нас, так и для нашего дела. Как я тут оказалась? Мы, Юколы, переходим со своими страусами в священные земли. Мисс Уокер, а ведь вас разыскивает Министерство юстиции, знали об этом? Я не вернусь с вами в Нью-Йорк. Это долгий путь и особенный. Шахте. Прошлое настигло ее, и она готовится к новому путешествию. Так, а где обещанная русская озвучка? Я не был готов к тому, что мне придется тут сейчас что-то озвучивать. Ну, по крайней мере, язык дубляжа и текст состоит русский. Не знаю, что пошло не так. Ну, видимо, только ролики не озвучены. А все остальное, конечно же, должно быть на русском.
Окей. Ну что, можем начинать, я так думаю. Весна, 1937 год. Девушка спешит по улицам Вагена, столица небольшого европейского государства. Ее имя Дана Роуз, и она должна прибыть вовремя на крайне важное для нее мероприятие. Все, уже начинаем. Надо спешить. Фрау Бекман будет ждать меня на площади, в начале главной улицы. Угу, замечательно. Русская озвучка тут есть. Так, что это? Задача, дневник данные, документы, рюкзак, ноты гимна Вагена, приглашение. Так, осмотр предметов с разных ракурсов даст вам информацию об их происхождении или предназначении. Ага, окей. Так, смотрели. Приглашение от музыкальной академии. Надо отдать его фрау Бекман, как доберусь до площади. Так, она даже озвучивает. Замечательно это. Гимн Вагена. Мой любимый концерт. Что еще? Так, она тут даже всякого понаписала, но это уже, видимо, самому придется читать. Ну, ничего страшного на самом деле. Для начала дневника просто должно произойти что-то важное. Важный день настал. Из всех учеников музыкальной академии выбрали меня, чтобы сыграть лебединую песню «Гимн Вагена» на главной площади. Вчера не спала всю ночь, я просто в панике. Даже представить не могу, как я буду выступать перед всей этой толпой. Хотя, какая разница? Посмотреть мое выступление можно всего за четвертак, а потому по-настоящему оценить мои старания сможет лишь малая группа людей. Ужасно волнуюсь. С утра кусок в горло не лезет, хотя мама приготовила мой любимый торт с абрикосами и шоколадом. Родители так и не увидят мое выступление. Они не могут оставить магазин. Слишком много весенних покупателей, оптовиков приедет. Но так даже лучше. Мне не придется краснеть перед ними за ошибки, которые я обязательно совершу. Приехал господин и госпожа Циммер. В последнее время они часто к нам заглядывают, но исключительно по делам. Как любит повторять папа, в такое время, как сейчас, слишком много работы не бывает. Пока мужчины заняты торговыми делами, господин Циммер торгует предметами искусства. Госпожа Циммер помогает маме в магазине. Меня ждет фрау Бекман, ректор нашей академии.
Ох, уж лучше не заставлять ее ждать. И главное, не забыть все бумажки, поцеловать родителей, успеть на трамвай. Давай, Дана, вперед. Сегодня важный день, да? Боюсь, что так, герр Баумгартнер. Угу. Судя по форме обращения, это какой-то аналог Германии. Что это такое? Какой-то вопросик появился. Добраться до главной площади, ну да. Ну, очевидно, конечно, туда вверх надо идти, но это не значит, что я не хочу поисследовать, что тут происходит. О, вот, подсвечиваются места для изучения. Самое сердце Европы. Все, покрутить нельзя. Туда нельзя идти, жаль. Тогда все, идем наверх. Других вариантов у нас, к сожалению, нету. Так, тут тоже что-то можно изучить, надо посмотреть. Цветы на столике. Картина какая-то. Но он прям нам далеко наперед все там подсвечивает. Похоже, они уходили в спешке. Боже мой, должно быть, они все ждут меня на площади. Давайте картину посмотрим. Во время приключений иногда вы будете получать побочные задачи. Вы не обязаны их выполнять, но если вы все же справитесь с ними, то получите интересный дополнительный контент и сопутствующие сведения. Но помните, что вы не сможете с ними, что вы не сможете к ним вернуться, если выполните последующие сюжетные задания. Так что будьте начеку и без колебаний сходите с проторенных маршрутов. Круто. Исследовать гетто. Совсем неплохо. Хотя сомневаюсь, что папа сможет ее продать. Надо поспешить. Фрау Бекман будет ожидать меня на площади в начале главной улицы. Гетто, наверное, вот это вот, поворот туда. Угу, и второстепенный квест там же отображается при нажатии на восклицательный знак. Боже мой, камень! О, нет. Вандалы. Вы в порядке? Мне все нипочем. Тревожно только, что это становится все хуже. Отец так же считает. Не переживайте. Все, что не делается, все к лучшему. К тому же, тут давно надо было кое-что подлатать. А я откладывал. Вы знаете, кто это? Есть одна мысль, да. Объявились молодчики. Я понимаю, о ком вы. Они чувствуют свою силу только когда их много. Именно. Но такие люди могут быть опасными, когда их ведет идея. Особенно если в основе ее ненависть и неприятие иной культуры. А Вагеран они не взлюбили. Это уж точно. Мои родители и я в Агеране. Что ж, тогда могу лишь пожелать удачи. Непростые времена настали. Для всех нас. Впрочем, довольно о грустном. А, вижу у вас в руках нотный футляр. Не вы ли та юная счастливица, что порадует наш слух в этом году? Это я. И мне пора. Я опаздываю. Что же, позвольте я поздравлю вас сначала. Музыка — это одна из немногих отрад, что нам теперь остались. Так что спасибо вам, фройлен. Спасибо, что дарите нам радость. Не могли бы вы написать что-нибудь на моем цементе перед уходом? А я потом поставлю дату, как в Голливуде. Это ведь очень модно сейчас. Ну, я... Если, конечно, вы успеваете. Хм-хм.
Ну, давайте нарисуем инициалы. Хорошо. Давайте. Вот здесь. Ваши инициалы? Да. Означают Дана Роуз. Что ж, Дана Роуз, теперь ваши инициалы увековечены в цементе. Постарайтесь прославить их своей жизнью. Благодарю вас. А теперь мне действительно надо бежать в музыкальную академию. Я послушаю отсюда. Спасибо, до свидания. Читается исторический подтекст с событиями Германии 37 года. В чем смысл портить книги? Это просто низко. Даже если меня ждет фиаско, я хотя бы оставлю след для потомков. В прошлом месяце тоже произошло и с магазином друга моего отца, Циммера. Так, тут тоже кто-то есть. С тобой можно поговорить? Видимо, нет. А туда попасть нет? Никак нельзя, понятно. Так, и получается, исследовали ли мы гетто? Наверное, как будто бы да, потому что там идти особо-то некуда. Уже так поздно? Фрау Бекман убьет меня, если я опоздаю на площадь. А сохраниться можно? Не тут-то было. Национал-социалистическая партия Остерталя. Думаю, это их папа называет коричневые тени. Он считает их обычным хулиганьем, но в форме. Лучше мне уйти отсюда. Понятно, но более чем читается отсылка. Чего надо? Вали! Давай, проваливай! Таким отбросам тут не место! Проклятые выгирания! Давай, проваливай! Таким отбросом тут не место! Это же она! Боже, правый! А как выполнить исследовать гетто, интересно? Потому что там-то мы, наверное, зайдем уже и на этом все будет. Может, чтобы не зафейлиться, немножко погуглить и узнать, как это работает. Можно еще раз поговорить. Скорее услышать бы вашу игру. Это все, да? Взяли Непися, просто так посадили. Даже никак не повзаимодействовать немножко. Как-то бедно и грустно выглядит.
Гляну я, наверное, как завершить это задание, чтобы впредь понимать, как это работает. Так, вроде подглядел. Говорится, дойти до конца и посмотреть наверх. Гетто, мама и папа часто говорили об этом, когда думали, что я не слышу. Что все больше и больше вагеран заставляют жить здесь. В любом случае, мне нечего тут шататься, а то опоздаю на площадь. Во, теперь задание выполнено. Понятно, как работает. Гутен так, фрау Бекман. А, фройлен Роуз, вы пришли. Еще пара минут, и вы бы опоздали. Прошу прощения, фрау Бекман, меня задержали в пути. Могу я взглянуть на приглашение? Спасибо, фройлен Роуз. Теперь запомните, выступление на ежегодном весеннем концерте – огромная честь, которой удостаиваются лучшие ученики музыкальной академии. Крайне важно, чтобы вы это доказали. Я постараюсь, фрау Бекман. Пианино готово. Это ваш день, Дана Роуз. Так, что делать? Сначала нужно запустить пианино. Сбоку есть специальный механизм. Как только запущу пианино, все будет готово к игре. Сейчас найдем. Все хорошо. Все хорошо, Дана. Ты не ошибешься, и они выйдут из башни. Не стой, сыграй что-нибудь! О, боже мой, мне срочно пора начинать. Так, быстро осматриваемся еще раз. И стартуем. Это мы посмотрели. Так, пиктограмма появляется, когда вы можете переместить выбранный объект. Чтобы переместить предмет, выберите значок, затем... Ну, понятно, то же самое. Все готово. Осталось лишь раскрыть партитуру и начать. Thank you.
В дневнике хранятся ваши записи. Кроме того, с его помощью можно получить доступ к задачам, а также к документам, предметам. Мы это уже все самостоятельно исследовали. Но сейчас повторно еще посмотрим. Поговорить с Катюшей. Используйте самоанализ, чтобы оценить ситуацию. Так, в поисках Кейт Уокер. Отчеты Ника Кантина. Мисс Оливия Фостер. Лексингтон Авеню 1, Нью-Йорк. Так, уважаемая миссис Фостер, увы, но нам так и не довелось встретиться лично. Меня зовут Ник Кантин, частный детектив. Несколько лет назад юридическая фирма Марон Формант наняла меня, чтобы найти мисс Кейт Уокер и вернуть ее в Соединенные Штаты. Как вам должно быть известно, она числится в розыске по подозрению в нецелевом использовании денежных средств. Поиски вашей подруги стали для меня как минимум кошмаром. Кажется, они даже ударили по моей психике. Я стал жертвой несчастного случая, и меня госпитализировали в клинику Вальцембора. Ваша посылка для Кейт Уокер оказалась здесь. Ваш адрес был написан на конверте. Думаю, мисс Уокер была одной из ваших лучших подруг, поэтому пишу вам. Следует сказать, что я больше никому не обязан... искать ту самую девушку. Тем не менее, я все еще хочу завершить задание. Сейчас моя единственная цель — это предупредить мисс Уокер, в какие проблемы она себя втягивает, и попытаться убедить ее вернуться домой, если это еще возможно. Угу. В любом случае, должен признать, что в данный момент я не имею понятия, где она может находиться. Особенно учитывая тот факт, что из-за состояния здоровья я плохо помню, что происходило в последнее время. Я продолжу свое расследование при первой же возможности и передам ей письмо, как только найду ее. Угу. Дорогая мисс Фостер, надеюсь, с вами все в порядке. Рад сообщить, что я нашел кочевников Юкал. Они сопровождали мисс Уокер, когда мы видели с ней в последний раз. Они сказали, что несмотря на жертву Оскара, автоматона, защитить ее не удалось. Ее схватили опасные местные фашисты. После почти года тщательного расследования мне удалось обнаружить мисс Уокер. Я почти полностью уверен, что она там. Ее держат в соляной шахте, трудовом лагере, которым управляет консорциум преступников и неонацистов, ищущих следы былого величия своей страны. Я только что прибыл, и, как следовало ожидать, мне не выдали мисс Уокер. Надзиратели даже отказались от взятки. С одной стороны, хорошая новость, ведь денег у меня немного. Тем не менее, они уверили меня, что мисс Уокер жива и здорова. По какой-то причине они очень смеялись, когда говорили о ее дружбе с сокамерницей и о том, как они защищают друг друга. За небольшую взятку надзиратели пообещали передать мисс Уокер письмо. Пока я ищу способ... вытащить ее оттуда, мне остается только довериться им. Так, поговорить с Катюшей, самоанализ. Окей. Что еще? Рюкзак пустой, конечно же. Ой, так плохо видно, я даже вчитываться не буду. Ну ладно. Жильцы Катюша Спиридонова и Кейт Уокер. Катюша и Кейт, окей. Начальник секции Симона Калинина. Кодекс поведения. Цвет, назначенный вашей команде, должен быть виден постоянно. Нарушение правил повлечет наказание. Квота добычи соли должна выполняться каждый день. Нарушение правил повлечет наказание. Об обнаружении фрагментов мамонтов или других реликвий следует незамедлительно доложить сотрудникам. Нарушение правила наказания. Следует уважать и подчиняться начальнице секции, а также всем сотрудникам. Еда и отдых являются привилегиями, а не положенной нормой. Любое отклонение будет считаться нарушением. Каждой камере положена привилегия 5 литров воды в день. Любое отклонение будет считаться наказанием. Так, самоанализ. Еще один день тяжких трудов. Что будешь делать, Кейт? Господи, не верится, что прошел лишь год с тех пор, как меня прислали сюда. Надо выбираться, надо двигаться. Неважно куда. Хотя как? Новостей снаружи нет совсем. Кто-то знает, что я здесь?
Господи боже, ну кто-то же ищет меня, разве нет? Разве нет? Все, закончен самоанализ. Ну да, действительно закончен. Что еще можно поделать? Плектор. Бист. Пан-группа Катюши. С удовольствием встречусь с ними. Творение Пушкина. В глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадает ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье, разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как ваши каторжные норы, доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут и свобода. Вас примет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Понятно. Не знаю, действительно ли он написал такое стихотворение, но допустим. Хорошо выспалась? Как медведь. Да, я слышала. Пора вставать, Катюша. По мне, как будто танк проехался. Ты в норме? А то. По 12 часов ковыряться на соляной шахте, надеясь найти осколки бивня. Лучше не бывает. Не сдавайся. Может, я дура, Кейт? И надо было слушать родителей? Пела бы себе спокойно в национальном хоре, так нет. Сколотила протестную панк-группу и угодила сюда. Зато у меня есть ты. Слушай, Катюша, мы выберемся, ясно? Да, как скажешь. Сегодня мы должны сменить оранжевую команду в галерее Си, верно? И не напоминай. Там все жестко. Изолировано и нет спас-команды. Причем завалы... Там происходит чаще всего. Надо идти, Катюша. То есть, что если охрана застукает нас без дела, когда мы должны быть готовы? Кто? Симона? Она не ангел, но и не хуже остальных здесь. Да. Совсем скоро я буду готова. Просто хочу получше отдохнуть. Давай, Катюша. За дело. Да, ладно. 5 минут, не больше, да? Да. Так, умыться. Не забудь свой талисман на удачу.
Ты ведь всегда берешь его с собой. Он все, что у меня есть. Сердце Оскара, того самого автоматона. Тут хранится вся личность Оскара. Мне удалось украсть его у ополченцев, которые нашли его на границе между Барануром и Яхастаном. Теперь осталось подыскать для него подходящее тело. И тогда я смогу отсюда выбраться. Угу, больше ничего тут нету. Это мы посмотрели. Не волнуйся, я успею собраться до прихода Симоны. Хорошо с тобой. Держись рядом, Катюша. Ладно? Синяя! Эй, вам письмо! Это тебе, американка. Спасибо. Ну, чё застыла? Я у тебя 5 минут посмотреть, что внутри. Иначе кое-кто злой придет за тобой. Впервые вижу, что охрана приносит почту. Не знала, что такое было. Так. О, билет. Ничего себе. Это принадлежало моей матери. Ребенком я обожала с ней играть. Эта мелодия знакома мне с детства. Даже моя мама не знала, как называется эта песня. Так, билет на самолет до Нью-Йорка. Покрутить его нельзя. Оливия Фостер, Нью-Йорк. И что же она прислала мне, учитывая нашу ссору после того, как я уехала с Гансом? Странно. Что? August 23, 2003 года. Дорогая Кейт, где бы ты сейчас ни была, очень надеюсь, это печальное известие дойдет достаточно скоро, и ты успеешь завершить дела и вернуться в Нью-Йорк. Твоя мама, Сара Уокер, умерла прошлой ночью в госпитале Маунт-Синай. Последние месяцы ей было очень тяжело, и смерть стала облегчением. Похороны назначены через неделю, на четверг. Мы отложили церемонию, чтобы ты успела с ней попрощаться. Если не ошибаюсь, возвращение в Штаты означает для тебя неизбежные проблемы с законом. Иногда, Кейт, лучше отдать свой долг обществу, чем всю жизнь скрываться. И хоть раз отвлекись от своих бессмысленных, эгоистичных авантюр. Они уже отобрали у тебя семью и друзей. Умоляю, Кейт, приезжай домой и попрощайся с матерью. Позвони, и мы максимально облегчим твое возвращение. Высылаю кулон твоей мамы. По ее словам, ты любила его загадочную мелодию. Я обещала ей, что передам его тебе. Позвони мне, хотя бы ради нашей прежней дружбы. Оливия. 212-359-1519. Какая ты молодец, Дана. Я так горда твоим выступлением на музыкальной площади.
Мы найдем красивую рамку для твоего диплома. Спасибо, мама. Когда закончишь академию в следующем году, ты сможешь получить высшее образование в Парижской консерватории. Правда, Антон? Конечно, конечно. А затем ты станешь знаменитой пианисткой. Мы так горды тобой. Правда, Антон? А, конечно. Конечно. Очень горды. Я правда хочу ей стать, но мысль о том, что придется покинуть вас, тебя, папу, наш дом, чтобы отправиться в Париж, мне не по душе. И скорее всего, будет лучше тебе пока уехать из Вагена. Тяжелые времена для таких, как мы. И меня очень беспокоит твое здоровье. Хорошо, что Герр Густав согласился принять тебя летом в горном лагере. Да. Горный воздух точно пойдет тебе на пользу, дорогая. Кстати, ты отправила Герру Густаву письмо? Я... В общем, я была так занята репетициями, что... Герр Густав предложил тебе работу, Дана. Разве это не стоит благодарности? Да, мама, сейчас напишу. Так, что у нас тут? Чувствую себя немного увереннее, чем перед подачей документов в Парижскую консерваторию. Еще год музыкальной академии Вагена, и начнется мой путь к карьере концентрирующей пианистки. Концертирующей, да. К моей мечте. Благодаря летней подработке в горном лагере... Зильберг-Шпигель, я могу помочь родителям платить за учебу. С Гером Густавом меня познакомил Адам Циммер, друг отца. Герр Густав управляет лагерем, в котором меня и наняли. Итак, мой путь начинается. Угу. Ух, сколько тут всего-то. Ну, я думаю, мы бы, наверное, даже, может, на следующую серию это отложили, потому что тут явно не на 5 минут делов, а у меня время уже подходит к концу. Давайте действительно на этом закончим, в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.